Однажды в студеную пору помятый с Херсона я вышел, позор затаить. Гляжу, продолжается тихою сапой обычный, привычный, частичный призыв. Здорово, братишки! Ведем уклониста! В багажнике ехал в чужую страну. Повестку сожрал, предал долг резервиста. Хотел переждать там вторую волну. Вторая волна? Это он типа шутит. Ведь мобилизации нету сейчас. Но с нового года всеобщее будет. Поэтому ловят пока про запас. А коль тебе годик? Из лесу вестимо. Ты, видно, придурок. Ха, немножечко есть. А сколько диоптрий? Плюс 7. Ощутимо. Его надо в снайперы срочно учесть. А чем хвор еще? Говорит ДЦПшник. А сколько инфарктов? Второй миновал. Ну что, загружаем в автобус? Конечно. И чтоб через сутки уже воевал. Во след я смотрел со слезой умиленья, мечтая, скорей бы уже Новый год. А там, без сомнения и без промедления, в любую семью это счастье придет. Когда следствие заходит в тупик, я захожу на заповедник. А когда я захожу на заповедник, я захожу в тупик. Короче, отказ от подписки приравнивается к экстремизму.